Вот мои огурчики живут вот в такой теплице. Добрый день всем. Из чего было, из того я и смастерила. Вот. Здесь у меня один бархатец растет. Вот они цветут. Но этот кустик вот только на пасынке начинает давать огуречки. Огурцы на центральном стебле только пустоцветы. Вот. Конечно, тут у меня разные огурчики. Вот тут тоже вот такой длинненький огурчик. Внизу тоже пустоцветы. Но вот на боковых уже есть некоторые огурчики. А вот тут вот огурчики. И нужно их уже сорвать. Вот такая красота. Вот еще. И тут еще один огурчик. И еще один. Вот, который я показывала. Вот, 4 огурчика. Я не думала. Вот, тут еще один длинненький, но еще маленький. Тут огурчики еще есть. Вот они дают. Но я не успела. Были дожди. И вот у них уже начинается болезнь. Но уже сколько смогут, столько и дадут. Даже вот тот маленький-маленький, который я показывала, что он очень маленький, я его тоже поливала, кормила. Вот, он тоже начинает давать огурчики. Вот он. Конечно, он высоким не будет. Вот видно, что уже точка роста уже прекратила свой рост, там огурчики. Но огурчики будут, по крайней мере, я их вот как-то, здесь одна помидорка осталась, и вот даже она начала цвести. Конечно, тут эта клеенка немножко их повредила, но вот здесь дают пасынки. Вот они на пасынках тоже, огурчики, я их не отрываю. Пускай растут, но сейчас уже октябрь, и вот они под пленкой. Но это сооружение я так временно сделала. Не знаю, сколько они протянут, но пока мись. Вот так огурчики мои цветут и растут. Всем пока-пока, доброго дня, удачи всем и во всем.